Долгожданный первенец в семье Татьяны и Дмитрия Апазиди появился на свет утром. Говорят, в это время суток рождаются талантливые люди. Малыш здоров и большего пока для мамы не надо. Рост малыша 48 сантиметров, вес 3 килограмма 150 граммов. Роды прошли благополучно, без осложнений для мамы и для малыша. Чувствуют они себя отлично. Маме мы желаем здоровья, успехов в воспитании малыша, благополучия в семье, ну и терпения побольше. Молодая семья живет в Витязево. Кстати, бабушка новорожденного сама медик, заведующая терапевтическим отделением горбольницы Анастасия Заралиди. Поэтому присматривать за развитием внука будет с профессиональной точки зрения. Уже в начале следующей недели Татьяна с малышом будут дома. Привет. Жду, пока выпишут. Поскорее домой хочу. К нему. И чтобы он увидел скорее. Соскучились? Конечно. Уже невозможно. Ребеночек тоже, видите, соскучился. Молодая мама старается не загадывать, но уверена, в роддом она еще придет за братиком или сестренкой для своего первенца. Мы желаем здоровья маме и малышу.